Короче, неделю назад процент зрителей, которые смотрели мои видео без подписки, был более 51, а именно 51,3. После этого я поставил новое вступление, где просил вас подписаться, и теперь процент зрителей без подписки 44,5. Из этого следует то, что люди смотрели мои видео и были не подписаны. И из этого следует, что еще 44,5% смотрят видео до сих пор без подписки. Ни на что не намекаю, но я думаю, вы знаете, что делать. Ладно, если не знаете, то, короче, можете подписаться вот так вот. Все, спасибо. Короче, я предлагаю челлендж. Взять топ-1 в режиме дуо на карте Рангель, упадя на Георгополь. Прямо сейчас, на счет 3. Раз, два, три. Я в последнее время, я так сильно негативлю на стримах. Очень сильно, при том, что как бы... Мне кажется, радиация, сам... брат. Ну, реально. Не, может, реально не отдыхал давно. Возможно, бро. Друзья, уже стартовала Лига Чемпионов УЕФА, и прямо в эти дни проходят топовые матчи мирового футбола. Не пропустите это событие, ведь наши партнеры с 1xbet дарят вам возможность получить бонус в $100 на первый депозит по моему промокоду. Промокод видите на экране. Переходите по ссылке в закрепе и выигрывайте со своей командой. Че, улёг, Сарушка, иди ко мне бегом. Челебец? Хиляюсь, подожди. Блин, я бежал сейчас как бот, боже мой. Хорош. Я ног. Хорош. Иду к тебе. Бро, у меня только снайпа, 8x прицел. Уф, мужик, мы тебя забрали. Nice. Блин, начало приятно. Я реально бежал как бот, извините. Блин, бро, не знаю, с чем поиграть. У меня уже был видос, берил плюсом 24. Че смеешься? Вырежешь? А? С чем поиграть? Я бы тебе сказал, с чем. Ну, про негатив только что говорил. С твоим микрочатом, да не, пожалуй, не. Ну, чисто его погоняешь там, вот. Да, брат, что там гонять? Такой микроб, гонять только мылом. Блин, у меня реально было уже видео берил, плюсом 24. Не знаю, повторится, что ли? Ну, а как назвать видео тогда? Честно, можно даже назвать точно так же. Люди как смотрели, так же и посмотрят. Ну что, правда, то правда. Хорош, бро. Еще есть? Дай так, пожалуйста. Спасибо. Кого? Да ну челик, или это ботит забыл? Ну это чел, ну я-то его уже это. Это же не второй, а первый еще. Шестерка нужна? Да. Ладно, не надо, я сам себе возьму. Четверку дам, давай, бро. Подо мной 4 экспрессов. Я хочу поиграть шестерка с брелом. Хуя. Уф, мужик, сочно. Дуда. Оп, слышишь? Гашу с шестерочки. Бро, вообще не вижу, куда стреляю. Тормозят вроде. Вроде ничего не вышло. Ты кого-то вырубил? Не. Да. На мостике? Я в другую сторону стрелял. Я в кемпа вырубил. Понял. Че за кемп? А тут бот был или кочерик? Да, бот. Понял. Да бро, в этой игре нет машин. Ну че за жизнь? А, едет тачка. Где? Вижу. Да. Я баги сейчас так нашел. Сейчас я привлеку ее. Я же сказал, никакого негатива по факту нет, просто вот так сказал. Брод, подожди. Стреляет, брат. Вижу. Ног. Это какое-то сборище ботов там по тебе стреляло. А где? В кемпе. Сейчас выпью сок, бегут до машины. В белых кемпах? Сейчас сок пьем. Реально, команда ботов. Они так попадали мне. Попадали? Ну да, они мне КП отняли, просто что-то очень далеко для ботов там меня стреляли. Ну они там еще в домах сидели? Ну как будто боты реально. Не, ну навряд ли, потому что, ну, я думаю, не, бот, бро, бы не так бот, не бот, не бот. Ты пока беги, короче, я делаю ног, поедем, бьем. Боже мой, как... Это не боты, но это какие-то додики, походу. Либо боты додики. Не знаю, Саша. Не-не. Че он берстой стреляет? Что это за человек? Батит. А, ты поплыл? Угу. Типа батит на бота? Ну, похоже. Да не, это не бота, тоже понятно. Завелись. Тоже байт. Ну, такие байтеры не могу просто. Крутые. Ладно, окей. Допустим, забайтился. Ко мне едет. Да! Ты че, дебил? Саша агрессивный здесь. А чё они уехали? Нет, так я приплыл, как бы, я зачем это делал-то? Бро, поехали за ними. То есть челики, в принципе, неплохо так дамажили меня, тебя. Ну и зачем было уезжать? Может, зона, может, никаких хилов нет? Хотя сомневаюсь. Вот слева чел. Понял. В кемпе слева. Да-да.
Я съебная. И на горе, на гребра. Город. Где был бот? Гору не вижу. Фишка моя. Понял. Я для чего? Ну, для С баги. Ну, я... Где? Спереди. Бро, я жму с шестерки, как такой убийца тигра, вообще, причем без обвеса, вообще. Чел с берсой, это дурак. Бро, это психичка. Это психичка такого уровня просто. Брось, они нас заберут это позорище. Еще кто-то стреляет. По ним дали. Угу. Так, по ним справа стрелять, сейчас справа заберу тогда. Вижу гору. Из зоны еду. Да, ну. Если опять же стрелять умело, было бы круто. Мы бы, возможно, даже выиграли. Но стреляет как говно, реально чел. Дом. Но мансует нормально. Так, едут. Машина. Ай, патроны. Убил двоих. Шестерка берился, да? Ну ты нормально косил, красава. Чел, психички на горе, готов? Ну там же. Угу, там же. О, еще. Еще. Угу. Ждем. Гора чекает тебя, аккуратно. Не стреляй только раньше времени. Почему-то машина на гору поехала. Может, это его друг? На горе было двое. Че предлагаю, может быть, сядем на машину, поедем куда-нибудь? Можно. Так самое интересное, что стреляют реально очень плохо, но при этом мансует нормально чел. Да, до сих пор там. Но он из-за этого и стреляет плохо, мне кажется, потому что он мансует вот так а вот. Зачем берстой стрелять на такой дистанции? И при этом не может нормально... Ну понятно, ну тогда стрелял бы одиночными, допустим. Не, ну может у тебя баг? Сейчас он у меня одиночными стрелял уже. До этого берстой тоже. Что-то на горе. Бро, может давай заберем их как-то, я не знаю, черт. Давай. Можем прямо под них. Вот они приехали. Вижу, подожди. Это челики, которые под них приехали. О, он нокдал. Мы разбираем, погнали. Бро, очень много урон дал. Так, ты убил его, да? Да. За мостом. Вижу, бежит. Тринда, блин, несет, берет жестко. Там, пойди, один. Подпишем, Бродхер. Да, возможно, в голову. Один, хорош. Один, два, Сань. Я одного вижу только. Там граната, хорошая вроде. Да походу нет. На гору поднимайся направо. Ну походу один, бро. На горке на метке. Цель на горке. Я понял. Да, я его подпалил. Хорош, еще один есть. Понимаю. Что-то не врубаю. Почему берил так хорошо сжимется? Вижу, да-да, там. Сейчас заберу, бро. Вырубил. Добил. Там еще один. Аккуратно, Сань. Я с горки прикрываю, не открывайся, фул. Убил его. Найс. Ты прикинь название ролика чисто. Берю. И 6x прицел. Сейчас меня в голову убивают, бро, никакого ролика, в принципе. Ужасно, вертикал. Что-то путает. Бот. Это я вырежу просто, как будто по нему не стрелял. Так, сейчас. Раз, два, три. Бот уничтожен. Не, бот без шуток, реально как-то прикольно, ребят. Чувствую зажим. Пойдем пешком? Думаешь? Ну а что, тут зона, в принципе, рядом. Ну и моцик плюс горящий. Крутой. Бро, в кемпе, походу, челики. Там УАЗик стоит. Тебе вообще пофиг, да? Ну я еду потихоньку, что мне делать? Не знаю, вдруг в нижней части кемпа аккуратно, бро, я не знаю. Может, вообще их нет.
Ну, я думаю, что есть. Честно тебе признаюсь. А ты знаешь, что могло быть? Тачка с горки скатилась. Челов, да, которых ты... Не, не с горки, ты которых с бери его зажал. Там УАЗика-то не было. Аэроплан. V40. Все, больше не буду. Ты стрелял? Да, возможно, этот УАЗик. Потому что он прокоцанный, плюс кемпнил. Уже... Ну да. Уже попытались бы нас загасить. Конечно, мы тут зажимаем, лежим там всяких этих, что-то прокинули. Саша мотоциклист. Ну все же, знаешь, если куда-нибудь сейчас на другой конец упадет зона. Ну ты прав, ты прав. Я рискану, лучше поеду там, да хотя бы до дерева. Уф, это какой-то веселый человек на гадке. В тесто? Да. Причем все довольно-таки близко. Ну-ка давай еще. Побайтесь? Да. Чё-то. Хотя бы вот увидеть, где он. Ну я такой вот, я не вижу, не знаю. Дурачок какой-то, бро. Да, поэтому прикол. Он не в гадке, потому что выстрелы ближе. Давай ты на мозге. Метку куда? Давай через право просто в этот рельеф под этим кемпом. Я первый тогда. Я первый? Да, давай, я за тобой. У меня колеса нет. Ладно, погнали, давай едем. Мне пофиг, я танк. Мне танк, я пофиг. Смотри, сальтуху сейчас встрою. Смотришь? Смотрю. Ой, не в ту сторону. Дроп, погнали. Погнали за дропом. На мужика направо просеять. Тут люди, нахрена люди, погнали. Давай не будем. Просто этот... Как это слово? Коллапс. Коллапс подойдет? Произошел? Да. У нас в кемпе, вот на котором метка, люди. Да вот дымы справа еще видишь? Угу. Ну да. Еще есть слева вот стек. Вот бежит по полю 40. 40. Дал ему. Блин, близко, дорого. Я не могу целиться. Бронь не вижу. Вижу. Че, пробуй забрать. Но стреляет не он, еще левее был. Дал в грудь. В грудь. Сток сена самый левый, вот куда я смотрю. Да, я вижу. Но они там не в зоне, можем изи забирать. Надо подходить ближе, да, я туда подойду, то он вниз побежит. Смотри, чтоб не перебегал на меня. Угу. Я буду вот с этой, с тубзика стрелять. Ты не добро хиляюсь. Короче, нормально, он в жопе. Он сейчас стоит, просто стоит в лоб и на меня смотрит. Попробуй. Я не вижу. Да, он уточка. Чё за грена? Грена не моя. Забей, не в зоне. Готов встречать? Дал тысячу. А эти стоги все... Забей, забирай. В дыму чел. Братрин, да. Но. Хорош, тащи, я... Чё, помогу. Ещё есть? Как я оказался, не знаю, за зоной там. Вижу. Что я за зоной оказался? Бро, забей, го в зону. Да, я бегу, подожди. Спасибо большое за дан, ребят, прошу, что после игры. Блин, что-то я пожадничал, вышел, да, чуть не умер. Ты завелся? Да. Блин, я реально пожадничал, нормально, спасибо, что вышел. Это жадность, вот просто прямой пример. Это что за грин? Знание мое. Ты меня взгляни, мой хп. Опять жадность, ребята, она меня задушит. Тот, возможно, понял. Да, возможно. Чек зона. Я, наверное, пойду пешком. 50 секунд, в принципе, можно успеть. Давай. А ты? Я, наверное, на моцике, я чего его бросать-то буду? Я столько проехал, даже не на дамажении. Че калеку дамажит? Натащил бы, когда подох.
Нам как-то в зону. Так, эти челики тоже не в зоне. Бро, у них аэроплан. Пускай улетает нахуй. Не бежит че. Ты добежишь? Сейчас думаю, подожди. Тебя забирать. Да, добегу, давай. Добегаешь? Да, добегу, есть. Просто нужно как-то сплетануться. Уверен? Да. В зоне? Я да. Хорош. Опа. Не знаю, ребят, насколько мой мув грамотный. Но что-то я переживаю. У тебя дроп еще. Чек не сзади. Челика вижу. 335 у меня. Лег в траву, думает, там его не вижу. Там же друг. Понял. Че, берешь? Нет, вот чел. Я без шлема. Тринда там людей, бро. За зоной очень много людей. Я фармлю мужик. Блин, без шлема тренируется. Хорош, бро. Зоны вроде все сдохли. Не, там вот один, по-моему, должен был выживать. Но это не ну точно. Ты нокнул, который типа под зоной был? Я стоячего. Бро, мне сюда, мы сейчас в поле. Короче, два челика. Вообще не врубай, они в кустах. Поползли, чё? Ты ползешь? Да. Блин, я без шлема. Подожди, ты дроп пролутал, да? Да, там второй мой должен быть. Угу. Красный, это рассчитываю. У меня челики просто спереди, вот 335, сейчас метку кину. Вот просто вот тут. Вот тупо лежат где-то в траве, я не знаю где. Блин, не вижу. Сейчас, так, мне нужно как-то сорвать дроп, реально. Попробуй баги взять да, и да, заехать. Да, так и хочу, да. Тоже кидают смоки, смотри. Триндец. Игра голимая. Нормально, еду. С той стороны на 250 должны еще быть челы, потому что я по видео бегаю. Шлем второй ног прокос. А че МК не взял? Вижу, ну, мне грены кидают. Такие фокусы. Моцка жив еще, брат? Ну, да, ну жив, ну такой. Ну, как бы мне его не коцать. Нормально, еду. Мне тоже, бро, он какой-то святой, слышишь? Угу. Все будет тут? Да, отъезжай дальше. Я не знаю, куда. Тут вообще ничего, просто поле. Вижу. Там кидают гранатом. Живи, ты короче. Я отвлекаю на крыску отыграй. Хорош, мужик. Киберспорт, бродхер. Ты двоих забрал этих, да? Да, но вот еще передо мной на 325 лежит, че. Отвлекаю опять. Ну, надо мне это знать. Вот дым пошел. Стою, короче. Забей, не вижу. Мне в голову заударили просто. Убил. Хорош. А, чел, метка. Последний, походу, да-да-да. Он какой-то очень странный. Двое нет? Да, походу. На самом деле, ты бы меня кинул смог, возможно, даже поднял бы, но как-то стрэндж. Ладно, я могу проползти просто тогда. Давай, ползи, я вот сюда. К Сену беги, вон ползи, к Сену да, беги. Да, я ползу. Такой странный финал, вообще шокс. Я не понимаю, чё персто играют? Она реально нерабочая. Все, бро, пробуй бежать. Вижу двоих. День. Смотри. Так. Вот там, короче, есть куст. Сейчас. Вариант тебя поднимать, нет? Да. Уверен? Уверен. Прям здесь? Да. Вот так проверь, стань. Прямо за мной, ровно за мной. Видишь, что бежит слева? Нет. Спокойно. Сток сена. Спокойно, они вообще слепые. Походу два соло, брат. Да, два соло. Все, ты здесь прям хилься, я бегу до сена. Да, все, чел спереди просто.
Трэвер, давай как-то красиво уйдем. Подожди, Саша, да что-то придумаем. Потом. Ладно, просто бей. Мужик, ты что, у тебя хорошая позиция? Хорош. Боже, есть Саша, кипятка? Да. У меня 8. Бро, красава. Давай так, если он сейчас меня поднимет, ребят, с вас лайк. А ну, проверим, получится, нет? Ну и там подпишитесь на канал хоть что-то. Да, ну и все, киберспорт, ребят, топ-1. Это было видео, это был первый топ-1 после того, как я отсутствовал. Вот, первый топ-1 за 10 дней получается. 18 киллов на Тиму, Бирилл 6x прицел, Александр Мексу на стероидах, и все. Всем спасибо, всем пока. Так в жбан получал бы каждый выстрел в голову. Шлема не успел меня, честно. А ты видел, как мой моцик зарешал? Да-да-да, моцик вообще. Если бы не моцик, просто в него даже ни разу не попали, блин.